Добрый день, меня зовут Николай Турчин. Мы с вами сегодня поговорим о варусной деформации первого пальца стопы, которая в медицине называется халюс вальгус, а в народе это называется косточками. Мы отмечаем, что при данной деформации расширяется передний отдел стопы, первый палец у нас отклоняется в сторону к наружу, из-за чего происходит деформация переднего отдела стопы и мозоль в проекции первого плечнефалангового сустава. При такой деформации стопы часто приводят к неудобству ношения обуви, болевому синдрому, отеку в проекции переднего отдела стопы. Это заболевание чаще всего проявляется у лиц женского пола. Это связано в первую очередь со слабостью связочного аппарата, с ношением обуви на высоких каблуках с узким носком, часто приводит данные деформации наследственность пациентов. Данная патология чаще всего возникает в юношеском возрасте, и с годами она только усугубляется. При данной деформации, помимо расширения переднего отдела стопы, часто идет отклонение всей стопы в вальгусную сторону, что приводит к изменению положение стопы по отношению к обуви, часто стирается внутренняя поверхность подошвы, которая приводит к дальнейшей деформации. Поэтому есть необходимость коррегировать данную патологию различного рода стельками. В связи с этим есть необходимость постоянного обращения к специалисту, в частности к ортопеду, который должен корректировать правильную установку стопы. Старайтесь максимально рано обращаться к врачу, чтобы не усугубить течение данного заболевания. А завтра мы с вами поговорим о причинах данного заболевания.